Здорово, ребятки! Здорово! Здорово? Здорово же, да? Здорово, да здорово вообще. Да здорово, вообще так здорово, что... Всем привет! Мы продолжаем играть на сервере Majestic RP. Это наш очередной новый сезон на этом замечательном ностальгическом сервере. Мы в компании с сержантом Графоуни, я Леон и лесной болван. Уже лесной болван? И Алёша болван, и лесной болван. Ты Алёша, комбо-омбо. В общем, в прошлой части мы немножко поработали грузчиками, я не знаю, нахрена, но заработали 2400 баксов! Несмотря на то, что у меня, кстати, 24 тысячи, прикиньте. А у меня 12 тысяч. И у нас цель, мы хотим лицензию на оружие, чтобы потом творить беспредел. Вот, откуда у вас столько денег? Лично у меня это то, что я уже давно играл на этом сервере. А я просто зашел, и у меня 10 с чем-то кассов было просто. Да. То есть мне больше всех здесь работать, что ли? Да. Ну ничего, мы поделимся. Так ты же узкоглазый. Я так и знал, что узкоглазый, да, вот по-любому это все из-за того, что я узкоглазый, ребят. Ну так вот все это... А, узкоглазых нигде не любят. Дискриминация по половому. По половому органу. Чисто, знаешь, узкопленочный плинтус такой. По половому, блин. Так. Что я узкоглазый, не знаешь, что у меня язык маленький? Ну ладно. Хотя, знаешь, ну вроде как бытует мнение. Ну среди нас черных еще нет, так что можно расслабиться. О, нифига, ты смотри, тип сбитый просто. Это район какой-то. Опа, что такое? Ты смотри на этого деда в машине. Так, я вернулся. О, лол, я появился на том же месте, на котором закончил. Я тут же с вами. Ништяк, меня критануло. Так, продолжаем. Докладывайте, что тут произошло? Тут Big Smoke в машине. Да ты че? О май го... О, Си Джей! All I got to do! И меня тоже крашнуло. Да ё-моё, да что? Это вот с рядом с Big Smoke, когда находишься, у тебя сразу... Да-да-да, Big Smoke, ну какой-то ненормальный. Чё-то я сел на офигенный байк, но он не едет. Фига его занесло слишком, Big Smoke! Потому что это, типа, кому-то принадлежит, наверное. А он обычно, знаешь, ну не садится, вот как вот на этом, например. Знаю. Обычно ключей нету, да, каких-нибудь? А может, но... и ключей нету. Какой-то гангстер сиреневый подъехал. Да ты чё, вот сейчас еду. Сейчас разберемся. Давай, сейчас всё будет. А, я сразу зашел, у меня сразу сервер closed the connection. О боже, у него ствол! У него волына! У него трава! Ладно. Ну и он не пытается нас прикончить. Да, он что-то просто, он нет, к нам бежит. Он что-то повыпендривался. Давайте его задаем, ствол отберем. Ну, насчет отобрать-то я не знаю, а вот задавить... Не, я бы отобрал... Ой, он шмаляет, это дигл! Воу-воу-воу! У большого парня всегда должна быть большая волна просто. Да-да-да, это вот компенсация размера, блин. Так, а мы тут не одни, тут еще какой-то чувак модный. Тут его кореш ездит, короче, на сиреневом дерьме. Да-да-да. Я что-то не могу понять, он бегает, и ничего не делает против нас. Ну, я бы уже дым-дым у нас отстрелил. Патронов, наверное, мало. Опа! Как я элитно сломал его остановку. Землю из-под ног выбил просто. Нифига, ты у меня, короче, сейчас был. Тут мопед был. Тонкая текстура такая, знаешь, вообще такая, как будто просто плоская. 2D такая. Да-да-да, мотоцикл такой сплющило. Так, а чё, где бандит? Вон бандит. Он, короче, на забор перепрыгнул и побежал куда-то. Побежал от нас, давай, короче, мы ему сейчас... По ЖД побежал, короче, но... А, Биг Смоук, я вижу, кажется. О, воу, стоит, смотри. Нега. Так, ну-ка, На, блин. А если на нем остановиться, он умрет? Ой, ребят, ни одного не оставляйте, а то я один-то против Биг Смоука. А мы вот тут чисто... Ой, он достал ствол! Он по мне попал! Я даванул его. Давай, давим эту мразь. Где вы? Он перелазит. Перелазит, встречайте его. А, во-во! А-а-а! Чёрт, я его встретил! Дерьмо! Собака! У меня до сих пор вообще на заборе висит. А, Лёха, ты балбес! Лесной болван! Опа! Его хорошо! Тактично, методично, да? Давайте. Не дать ему встать, он стреляет больно. Больно? Хорошо. Че, все, он еще встает, давайте уезжаем отсюда, мы его так не убьем, наверное. Он попал! Вообще больно попал. Наверное, давайте нафиг сваливать отсюда. Он опять перелазит, зассал. Паркур, парень. Пойдемте Биг Смоука покажу, он там в машине маринуется, сидит. А, он повис. А, нет, не повис. Не, он исчез, он куда-то уехал. Чёрт! А. Вот, кстати, тут... Пиццерия, пацаны. Да-да-да, вот здесь можно устроить... О, нифига, тут... Ну-ка, велик есть какой-то, интересный. Опа-опа. Опа-опа. Это не детская разборка, Гангста Щит?
Так, телефон, банковская карта, банкомат. Крышует ЛКН эту пиццерию, так что это какой-то опасный район. Это... Опасный район, пошли. Да, по-моему, мы опаснее, чем все, кто здесь есть, блин. Ну так-то да, мы самые опасные. Так. Ну что тут делать, устроиться в пиццерию? Сейчас посмотрим, вообще здесь ли это устраиваться. Ну, что-то я помню... Тут... Думаю, нет. Я не могу выйти! А, вот вышел. Так, можно купить похавать, но я хавать не хочу, я хочу работать. Моя хотеть... Нет, нету тут работы. Мне, пожалуйста, картошку фри! А, тут, то есть, похавать, да, можно? Ну, что-то я не могу найти работу. Вот, чисто, вот, знаешь, буду кассиром. У нас сегодня, короче, этот самый... Господи, как выйти? Как... А, вот все. Крыса в кляре! Сушеные тараканы. Так. А, ой! Я меня, чисто в пиццерии. Меня, короче, крашу. Опа! А, и тебя крашнуло? Да. Ну, это, конечно, весело. Все замечательно. Периодически. Что, давай крутые мопеды возьмем, Лев. Давай крутые мопеды возьмем. Че, пацаны, подождите меня возле пиццерии. Ждем, ждем, ждем. А ждем. Чё, можно сесть на крутые мопеды? Да. Наваливать на них? Да. Ну, вообще, а я чуть не могу сесть. Ты, по-моему, интересно. Подожди, ты сел, у тебя есть работа? Появилась какая-нибудь, нет? Нет. Блин, так, знаешь что, давай я, наверное, все-таки GPS проберу. GPS. А, работа. И доставка еды. Что тут еще есть? Ну, это доставка еды, по-моему, правильно? Да, 12 метров, да. Пишет. Так. То есть это где-то тут? Да, это вот здесь есть. То есть мне, допустим, нужно сесть на мопед. Та- а, во, все, нормально, сел на мопед. Завел его. И? И вот тоже поехал. А как работать? Наверное, надо, знаешь, что? Прописать job как вариант. У вас нет работы. Так, интересно. О, нифига, видел, какая машина с, с нетрухой чисто проехала. У нас-то байки лучше, чем машина. У нее бензин, по-моему, не кончается. Так, и что-то я хрен знает, что делать. Так, тогда мы делаем, обращаемся в следующее. Все, опасность в игре. Взаимодействие с игровой, амуниция, инвентарь, главное меню, организация, работа. Ну-ка, работа. Ой, я тоже не могу сесть в тырчик в этот. Надо постоять, я, потому что-то стоял рядом долго. Хотя вряд ли. Да, в обычный. Инвентарь, так. Обычный прыгает. Попробую этот еще раз. Так. Нет, он вообще ноль. Вопрос. Так, как начать работу развозчика еды? Вот так вот. Отправил. Сейчас нам, короче, ответит. Блин, как в старые добрые времена. Пишу в help, чтобы понять, как нужно вообще играть. Мне кажется, или у нее бензоправка? Джоб. Мне пишут джоб. Джоб, значит, правильно, я в первый раз ввел. Ну, но у нас нету этой работы, значит, нам нужно съездить и где-то устроиться. Нам, значит, нужен этот... бюро трудоустройства. Пишем GPS. Только, Миша, я смогу твой занять байк? Ой, смог. Ой, это не Миша. А, нет, это Лёвы. Так, работа, так, ищем. А в этот что-то вообще не могу никак. Ну-ка, Миша, попробуй сесть в этот байк. Я попробую в этот, в твой. Не, не садится. Тоже не садится, да? Mm. Так, это непонятно. Садись сзади просто у меня тогда, или бери этот свой торт. Я старенький, но, наверное, возьму, да и все. Устроиться вы можете в центре занятости. GPS-центр занятости. Я надеюсь, там выдадут его. Так. Какая хорошая хелперка. Мне сразу пишут, что я могу в центре занятости устроиться. Так, важная работа, бизнес. Да что такое это? Где важный, к примеру? А, вот, центр занятости. Все, нашел. В Лос-Антосе центр занятости нашли. Садимся, нам опять поехали. Валим. Валим отсюда. Да, Леш. Все, помчали, ребят. Поехали. А что, ты не можешь, да, сесть на тот третий? Я, ну, не могу на него сесть. Он какой-то... Какой-то он негодоставный, да? Ну, вернемся тогда еще. Фига, ой, бенз продают. Ну и тут-то как факт бенз лучше стоит, чем у нас. В России. Сколько сейчас, кстати, бенз... О, нифига, оу! Фига нам такой турист просто. Он бортует, но как-то. Да до хрена стоит сейчас бенз. Чисто вот, наверное, 60 рублей литр. Нет, ты чё? Нет, 38. Это 95-й, по-моему. 35 вроде. Нет, уже не 35, Миша. Нет, я тебе 92-й говорю, 35. А, 92-й, да.
Ну, зато бутылка Нести стоит где-то 60 рублей, 90, наверное, литр. Ну, будем машину Нести заправлять. Чистого чаем. А? Водой заполнили бензобак и это... Чисто пакетик чаем туда кинули. Растворилось. Так, вы не остаете? Нормально все? Нет. У вас-то байки попизже наваливают. Ну, это все, наверное, из-за производительности компа. Вот мне, кстати, что подсказывает, почему мы в прошлый раз догнали эту... А? Дичь. Ага, все, приехали. Это, короче, центр занятости. Здесь нас устроят, будет говорить как... Так, надо мопед скрыть, короче. Вот тут-то. Так. Нифига ты, какой аквариум классный. Без рыбок. Да, я вообще бы здесь жил. И тут додяны сидят, дипники. О, лол. Вот, развозчик еды. А, у вас нет банковского счета. Так, понятно, идем. Блин, пузырьки заламинированные, вообще просто не двигаются. GPS. Ой, это чей-то байк занял, чей-то. Банк, все, я. Так, ну-ка, ты можешь сесть в этот? Да, я могу сесть с него. А, ну ладно, поехали тогда так. А вот, подождите, а это вот что за банкомат стоит? Тут нельзя карту сделать? Не-не-не, это в банк надо ехать, мне уже писали, меня уже писали про это. Окей. Так, теперь ищем банк. Так. А поехали за мной, я уже поставил GPS. А, да, все, тогда поехали. Mm-hmm. Красавчик. Ай! Миша, ты че это, полечись там, у тебя хилки есть. Чисто вот... Нафиг сейчас-то лечиться. Бандиты ну, хотят... мало ли мы ворвемся в какую-нибудь... неприятность. Ситуацию какую-нибудь, но... Да, и я все время в боевой готовности. Я говорю, вот бандюки чисто вот едут, пытаются как-то подработать, чтобы лицензию на оружие... Да, чтобы начать беспредел. А вообще, по-моему, можно у бандитов купить оружие. Нифига, тут какой-то банк слишком гостеприимный. Что ж, на мопедах можно. О, в натуре. На мопедах. Вообще, мне это нравится уже. Пиццу заказывали, блин! Так. Открыть счет. Открыть счет. Так, вы хотите открыть новый счет? Видите название вашего счета? Не знаю. Аутист. Аутист, ну, можно. Пес, допустим, пес, окей. Все, видите, пин-код для подтверждения. 3-9. Тише, я не буду вам говорить его. А я скажу, я еще и на видео запалю, чтобы все знали, какой у меня обалденный пин-код. Вот скажу, 2-6-8 на салфеточке записал, как девушка, допустим, пишет свой номер в баре, а там же записал. Я сейчас... А, да, по-любому счет запоминать, да? Да, я в конфе его сейчас напишу. А я забыл уже свой. Название пес, номер счета 45002. Пин-код 2680. Все, я запомнил. У меня номер счета 1337. Бичес. 1337? Да, я запомнил. Фига. Пацаны, запомните, 3902, это мой просто мощный счет. Окей. Так, снять деньги. Пополнить счет можно, но нифига. А как это все, эту бурду закрыть? Окей, нажми. Окей или отмена, там что-то такое нажимать. Отмена. Хотите пополнить? Отмена. На крайний. Вот, я нажимаю отмен. Ну, погоди, окей, нажми. Фига, тут валерьянка растет. Так, все, поехали. Так. Сейчас, подождите, пацаны, я запишу этот счет. Давай, я зафрапсил. А я пока в туалет сгоняю. Удачи. В реале или здесь? Реале. В реале побежал. Да, все, он уже... Кстати, интересный факт. У нас сержант Графовни и болван Весной. Леша, они живут вообще в одной квартире. Чисто вот голодные студенты в другом городе снимают квартиру. Мы хотим жрать, но... Потому что мы сейчас, мы не жрем, потому что мы играем сам. Да, вот. И нам некогда. Очень-очень занятые люди. Некогда пожрать. Да, и я вам скажу, вот просто, ребят, это должно быть вам как-то ёкнется в сердцах. На самом деле они живут троечка, а третий человек это Слиперон. Наш дорогой Кирилл, многоуважаемый, известный. Вот, и он должен там вроде прийти с часу на час, да? С работы. Ну, должен скоро прийти, да. Да, вот просто, чтобы он пришел, потом сказал всем привет, друзья, чтобы... А то как же, Majestic, RP, Самп, без Слиперона. Нюхай резину. Да. Сейчас надо его с двух сторон слушать. Вот так. Не про надо меня с двух сторон. Бутербродика меня тут загасить хотели. Да, да. Все, поехали. Поехали. GPS не надо, по сути, просто наверх ехать. Наверх, едем наверх, поднимаемся. Ну, в смысле, наверх по карте. Вот смотри, вот там Кюм есть. Ой, не пошла.
трамплинчик. А я вообще по красаве просто пролетел. Наман! Winewood. Надпись на горизонте. Опа, тут точило чья-то стоит дерзко так. Блин, сервер вроде как и небольшой, а все равно жизнь прям чувствуется. Народ есть, но... Ну, что-то... А тут ребята РП отыгрывают. Мы, конечно, покозлячи немножко играем, мы порой вообще не РП не отыгрываем, но... Мы потому что пока что вообще такие... Потому что мы гангстеры. Удостоверений, господи, серьезно? Детектив. В смысле, все, вы работаете разводчиком, еды ваша задача доставлять заказы. У вас нет водительского удостоверения, вам отказано. Точно! Слушай, Миха, у тебя же есть этот самое водительское. Надо. Короче, новое! Ты капец, чтоб поиграть на пиццерии, надо пойти сдать на права. Тоже Лёва нету, да, его? Не, у меня есть, я вроде могу. Так, вы работаете разводчиком еды. Окей, я работаю. Ну пойдем тебе теперь права мутить. Как у вас появилось? У меня не было их. А, вот почему ты не смог сесть на мопед, кстати. А Тапали, да, кстати, точно. Да, нифига. А на ваши-то могу садиться, получается. А вот тоже, а может мы плеву как-то рвали, вот это вот, когда садились на мопеды, и они как бы уже открыты были. Так, и что, вот мы сели в этот мопедик, что теперь, джоб тыкать, и все? Да, вот можно... Так, а где мне права взять? Так надо ему права сначала, давай. Не, я просто узнать. Да, надо права тебе ехать в этот, в тот город, второй получается. Серьезно? Ну, типа, вот давай, сейчас что там, слэш, так, важное, GPS. Авторынок. Там что-то вообще ничего нету. Автошкола, вон, Сан-Фьеро, ебать. Та-та-та, путешествие, чё, поехали? Поехали, да? В Сан-Фьеро, ребята. Ей, путешествие, кто-то нам там, нет, этот сигнал. О, они так же одинаково сигналят. Блин, хочется свежей кровушки до кого-нибудь, да? Убить, да? Да, просто кого-то завалить. Какие-то маньяки, мы ненормальные. Так, тут же вроде бы, если наверх поехать, можно выехать. А не-не-не-не-не, не так, надо лучше левее, сдай. А то там уедешь куда-нибудь. Пиццу всю разбросал, блин. Я люблю ездить. Ну, знаешь, мопеды, вот эту вот пиццехатку, блин, забрали. И все. Работать не работаем на них. Чисто вот мы используем полномочия нашей работы. Сейчас вот еще остановимся и пиццу захаваем. Превышаем, да-да-да. Пети из 175-го квартала, который заказал, и 4 сыра. По пирони, блин. Двойной этот порция перца красного. Что-то Алексей там вообще slow motion. Я врезался просто. Я же без прав. Смотри вперед на дорогу. Так, и сейчас, по-моему, надо направо. Если мне память не изменяет, а память мне не изменяет, нифига тут, смотри. Да ты дерзость. Лес, смотри тут. Но дерзость. Ты дерзость взял меня, серьезно? Опрокинул, но... Нифига тут, смотрите, тут очень много всяких штучек, глючек таких. Чисто через лес мчим. Так, надо прорваться, оба. Где вы, ребята? О, все. Ребят! Ау! Ой, что-то Михаил куда-то вообще уехал в ебеня. Я реально не вижу, где вы, лол. Короче, ты, Миша, вернись, ты помнишь, куда ты уехал? В какую сторону ты? В трех состах заблудился, ты серьезно, блин. Спустись вниз, прям к дороге. Блин, я не могу поломать этот забор, зараза. Ну вот дорога, но. Во, сломал, все. А, во, все. Во, все, едем. Сейчас главное 50, не улететь. 170 километров просто. Я только в НФСке такие скорости выжимал. А мой 172 максимум едет. Ух, мазафака. Нифига себе. Куда, направо, налево? Налево, налево, налево. О, он меня защемил. Леша, жить. Мистер опасность, все, он уехал. Я вот, я за вами, пацаны. Мы уже такие развернулись, давай. Думали вкрепить, да, его? Да. Дай только повод. Вообще за лёгкую опасный. Двор, вот просто упор. СФ. Я не понял, а какого хрена здесь этот... Чё это? Кусок фуры, но... Кто-то оставил. Кто-то обоссал. Мама, фура меня сбила. Задавила меня. Так, вот, в общем... Фура. Сдача на права. Вот она такая. А у Лёхи сколько денег-то? 400. Да, нормально, хватит. Думаешь? Ну ладно. Наверное. Так, вот пусть идет, сдает.
А мы вот сюда вот зайдем, тут, короче, с кафешечка. Кафешечка, чисто. Кафешечка. Чисто вот сейчас шашлыки похавали. Как в нее зайти-то? Не знаю, у него какой-то подозрительный вход. Слушай, тут машины стоят. А, не, вон, вижу, где вход. Ехамуха. Тут с машинами, кстати, отдельная тема. Тут машины на рынке покупают. Знаешь, как вот у нас, допустим, в Ирке есть рынок. Угу. И там стоят машины, продают. Вот, вот точно так же здесь вот мы. Люль. Да. Цены перебивать, там, знаешь, типа битая, не битая. Какого года выпуска, там такого рода все. Что-то сомнительное какое-то кафе, даже музыки нету. Вот, пиво. Пивасика, чисто пропустить. Покупает пиво. Ну-ка, а как его открыть? Так, а как тут это начать, короче, обучение там? А там что-то все должно быть. А ты куда зашел вообще, лол? Вон туда выйди обратно. И вон, да, вон там. Слушай, нет, там это просто ПДД. Так, выйдите к свободному мастеру, купить лицензию можно будет после 12 ночи и до 10 утра. Это просто ПДД. О, нифига, слушай, тут эти... Ищи, значит. Столики прозрачные, да. Можно, знаешь, что? Нужно прописать аним. Ой, анимс. Анимс, правильно. Выберите раздел, потом хотите посмотреть код. Что? О, это нет? Оно нет. Основное. Нет, это... Что-то, погоди, херня какая-то. Да, прописал. Вы вообще сдавали на права? Ну, я нет. Они каким-то образом у меня появились. У тебя и 10 кусков, и права. Так я это... Я же нелегал, приехал из Бурятии. Ну, так, вот именно. А я-то, видишь, какой накачанный... Имею только мощный костюм. Самец в кепке. Сейчас, погоди, Лев, я сгоняю, посмотрю, что он там. Давай-давай. А я тут пока пытаюсь найти анимацию. Как пиво выпить? Да-да-да. РП-10. Короче, есть какой-то чувак стоит, но... Ну вот где вот этот телевизор, обратись к свободному инструктору. А где инструктор-то, бляха-муха? Какой-то тип стоит, но это обычный игрок вроде. Думаешь? Я только так... если в тачку сесть, вот какую-нибудь такую, вот, типа, на которую учиться надо. Но это тип какой-то. Нет, он нет, типа. Может, надо времени дождаться? Хотя тут... А сколько сейчас время? Я как... вообще без понятия. Слэш тайм. Бляха-муха. Такой команды нет. Вот, телефон. Использовать, исправить, пополнить. Бляха-муха. Нет, мне время нужно. Слэш тиме. У вас нет наручных часов, черт возьми. Серьезно? Все очень серьезно. Ох, нифига, вы там где? Ну и что-то я не знаю, что тут делать. Ну, в смысле, как, Лехе, права-то получить. Тут вообще никого нету, просто у кого получать можно было. Может, просто времени, типа, мало, но вроде бы. Так, обратитесь к местному инструктору. Да, походу нужно это... После 12 ночи и до 10 утра. Вы серьезно? То есть это ночью, что ли? Права ночью? Ладно. Хорошая шутеечка. Что-то как-то еще какая-то подозрительная. Ну, предлагаю... Ох, нифига. Так вот этот лицензер стоит, слушай. Вот он должен права выдать. Ну, вот. Который на этом стоит? Да. Э, ты! Выходи. А он что-то стоит, гасится? Ну, вообще какой-то... Вон АФК стоит. Давай из-под него машину выбьем, и все. Как-то землю из-под ног выбили. Ну, вот так вот, блин, сотрудники-то, а, работают. Вот так вот, но халатно. А типа он лицензер, хотите сказать? Да. Но у него такой костюмчик мощный. Инструктор. Инструктор! Зараза. Какой он инструктор-то? Какой из тебя инструктор? Текущее время 2 часа. Да. Наручных часов-то нет, блин, откуда мы знаем? Не, ну сейчас вот написал, типа, текущее время. Ну это да, но просто вот стану. Черт. Теперь-то мы знаем. We know. А, во, подожди, во-во-во, лицензер, смотри, бегает. Вот, вот этот в красном. А, во. Во-во-во. Здрасте. Нам тут господину... Права нужны, вот, Леха, пиши, да. Во-во-во. По быстролям. Напиши, да. Да, давай. Там вам уже пишет. В офис. Окей. Фига себе. Оперативно. Я даже... Я думал, тут чисто по скрипту, а тут прямо он это... Онлайн должен быть, все дела. Смотри, он сел такой, опа. Вообще, серьезно. Давай-ка последим за этим. Давай-давай, вот чисто вот под табуретку спрятались. У тебя усы, блядь, вообще сзади какие-то на прическе просто. Это чисто, вот знаешь, это
как у гусара. Я нажал нечаянно свернуть, о нет. На альтап, Лёша, альтапом. Давай, твой ноутбук должен это вытянуть. Все запускается, все, я здесь. Отлично, пиши. Не выкинул он, главное. Пиши, типа, вот нужны права. Хочу сдать на права там. Не нужно права. Права, Лёха, господи. Он, наверное, сейчас сидит, думает, вот школьник зашел, чертов школьник. Да-да-да. Докопался до меня. На самом деле уровень студенческий, блин. Третий. Ой, чисто. Оплатите 5000. Пацаны, перейдите мне, пожалуйста, на карту. Ой, а как тебе дать? Давай я дам тебе деньги. Напиши, типа, вот я за него. Типа, вкину или так. Сейчас pay 48, к примеру. Жолод 10%. Во, я тебе передал 5000. Как заплатить? А, дай ему... Действовать, да, с ним? Да, там он может, типа, предложить, типа, ну, Y или... Да, я сказал Y. Взаимодействие с Y. Во, Лев, пиво. А вот передать Лев, деньги. Опа. Чик-чик-чик. А как ты достал? Опа. В глаз залез. О, нифига меня. Фига меня шатает, Лёха. Скажи, как ты это сделал, скажи. Короче, смотри, У нажимаешь, инвентарь. А, Y. Я пивасом, смотри, я просто под пивасом. О, здесь нельзя разбивать спиртные напитки, Лёха. Пацаны, мама, крик. Он сейчас вызовет мусоров, валим, Лев. Что за дерьмо, блин? Ой. Вот давай чисто вот тут рядом с цветочками погружим вас. На туре, опа. А как вы выживаете? А мы чисто пивас купили там. Я пойду сижик еще возьму себе. Давай, пойдем. Так, и что мы делать? Господи. Пиво такое смешное. Ну так тогда фига. Хочешь по буру права? Ага. Столики прозрачные, можно присесть. Вот, блин, еще бы узнать, как присесть, приуныть, это было бы вообще клево. Он 5к еще просит, пацаны, он слишком дерзкий, давайте когда замутим стволы, убьем. Опа. Лев, передайте мне еще денег. Ба-бам. Да он какой-то вообще зажаротый. Не, ну мы вернемся и... У тебя, кстати, задержка появилась какая-то в скайпе, то есть я слышу сначала тебя у Миши, а потом слышу... Так, сейчас. Бегом. Сейчас Лёха, Зырыч, сейчас покажу просто. Сейчас мои братишки подгонят, на, подогнал. И смотри, просто. Так, все, ты уйдите, пацаны. Ты не уйдите, хочешь пацаны. Давать моему другу права. Пацаны, отойдите, я не могу с ним взаимодействовать. Но ты сделаешь это без уважения. Ты даже не называешь меня крестным. Один с бутылкой стоит с сигарой, чисто смотрим, как он отрабатывает. Ой, Лев, сорян. Надо отойти мне подальше, что-то слишком опасно с сигаретами. Блин, ты... Знаешь, вот чисто вот смотрим, как... Как вы заберете весь этот беспредел? Y нажимаешь, там инвентарь есть, можно будет купить тебе туда в инвентарь. Там аптечка пока что у тебя только. Валите, говорит. Ой, нифига, мы ему денег даем, и еще он там что-то вымогает, вообще, короче, ты еще, может, кинет нашего братка, мы его там задавим на это. Вы получили, все, я теперь красиво ухожу. Это, как мне сишку вести, Миша, я скажи? Я вот с ней красиво выйду, короче. Ее купить надо. Ее купить надо, оу, бичикс. И как ее купить? Это нужно быть крутым. Это вот надо, где спрунг банка крутится, он сюда. Еее. Валите главную. Где что крутится? Доллар. А, да вон. Нет, это выйти надо на улицу. А, все, понял. Просто. Фига, он такой прям, ну, чувак-то реально роллплейку такой отыгрывает жесткую, типа, валите отсюда нахрен! Бодрая сишка! Где этот? Вон, видишь? Доллар вон там. А, ну, это типа кесарь, что ли, какой-то? Да. Кесарево сечение, блин. Местный, но... Опа, я упал с крыши, у меня опьянение началось только. Так, короче, подбуханные, поедем. О, нифига, тут получается эффект опьянения со временем наступает. Я не знаю, я сразу бабахнул. Я с водярой, короче. Так, и сишки-то купил? А, можно просто вести смоук, кстати. Смоук we have day.
Я еще сосичи сейчас, опа. И это бесконечное, да, будет? Кто, сишка-то? Нет, 10 штук. А, 10 штук? Угу. Голод 10%, ничего себе. Все серьезно, блин. У меня был, кстати, голод, когда я в игру зашел 100%, я потом хот-догов... Я спагетти куплю, потому что я китаец. Я вливаю себе в нос спагетти, водку и заедаю ее спагетти. У макаронников. Так, а что, наши мопеды-то свистнул кто-то? Они, по-моему, исчезли, те, которые рабочие, а те, которые не рабочие, по-моему... А что, как бутылку из рук убрать? Хрен его знает. Выпить ее надо полностью. Так, у нас один мопед на трех человек. Так, кого-то надо убрать. Это серьезный шаг, я считаю. Ну ладно, я думаю, на этом, в принципе, можно и закончить эту серию, потому что, я думаю, в следующей части мы уже будем чисто вот... Что, развозить пиццу? Да. Да. Поэтому всем спасибо за просмотр. Заходите на сервачок, играйте вместе с нами, и, может быть, как-нибудь соберемся, что-нибудь сходочку замутить. Я очень хочу бизнес, кстати. Бухой узкоглазый бегает и... падает. А я буду смотреть бесплатно, без регистрации. Всем пока-пока. Всем тортик.